Здравствуйте! Сегодня я буду показывать, как правильно переворачивать. Многие годы своей жизни я или не переворачивал совсем, или переворачивал неправильно. Теперь я думаю, что я переворачиваю достаточно правильно. У меня есть 5 куриных яиц, несколько сковородок. И что я делаю? Я уже налил немного растительного масла на эти сковородки. Что я делаю? Я беру силиконовую кисточку и размазываю все вокруг, потому что иначе яйцо может не отскочить. Вот я его разбил, положил, и оно лежит теперь на сковороде и мирно привыкает. Теперь я делаю то же самое с другими сковородками. Я приготовил 5 яиц, я собираюсь перевернуть 3 яйца, но поскольку некоторые из этих яиц могут запросто упасть на пол, и я не хочу, чтобы они упали на пол, но они могут упасть, поэтому я буду их переворачивать с запасными яйцами. У меня будет еще 2 яйца запасных, если не получится, или, например, яйцо разобьется до того, как я его перевернул. Теперь яйцо, которое лежит, я его аккуратненько подвигаю и оставляю на среднем огне до тех пор, пока я не почувствую, что оно у меня будет плавать по сковороде очень спокойно и очень мирно. Вот это вот яйцо разбилось. Ну, кому надо такое яйцо? Я его сразу выброшу, и потом оно будет использовано для чего-то другого. Поэтому мы его не будем использовать. Видите, как получилось, что приготовил запасные яйца, и они пригодились. И я могу открыть секрет, что запасные яйца всегда нужны. Все. Теперь у меня идет на эту сковороду запасное яйцо. Бам, 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 бам. Оно разбилось. Лежит теперь красиво, не разбито. Полотенце здесь. А то, которое я разбил первым, я беру силиконовую, опять же, спатчулу. И смотрю, чтобы яйцо плавало. Вот смотрите. У меня оно может упасть на пол. Я сначала положил тряпку, потому что думал, если упадет, сразу убрать. Но потом я боялся, что я споткнусь. Опа! Вот оно перевернуто. Пошло, выключил огонь, оно дойдет. Теперь за это время у меня второе яйцо приготовилось, и я тоже могу его аккуратненько раскрутить и перевернуть. Вот и оно перевернулось. А третье яйцо, которое я положил позже, еще не перевернулось, но, скорее всего, оно перевернется. Спасибо, до свидания.